Всем привет и здравствуйте! Посмотрите, сколько мне удалось собрать смородины в этом году, и причем все это с одного куста. Как вы все знаете, я много раз говорила, что, например, в прошлом году мы не съели ни одной ягодки, поскольку птицы склевали все. В этом году, как видите, вот эта миска была полная, я начала перебирать и решила приготовить соус из смородины. Конечно, я обязательно сделаю джем, рецепт вам покажу, но сначала хочу варить соус из черной смородины к мясу. Все, что мне нужно для этого соуса, у меня на столе. Смородину я перебрала и промыла, и добавляю сюда, и, конечно, взвесила, добавляю стакан воды. Сейчас поставлю смородину варить, добавлю туда веточку мяты и поварю вместе с мятой минут 10-15, пока смородина не станет совершенно мягкой. Смородина должна быть очень мягкой, чтобы ее можно было протереть сквозь сито. Это моя ложечка. Смородина закипела. Она еще даст сок. Воды я добавила 1 стакан на полкило, но, возможно, добавлю еще немножко. Если у вас смородина очень спелая, сочная, то, конечно, добавляйте всего лишь 1 стакан. Вот так. Огонь убавила и чуть-чуть поварю. Вот такие дела. Ну вот, смотрите, смородина сварилась, поварилась, точнее, 15 минут, и я ее перетираю через металлическое сито. Вот этот жмых не выбрасываем, мы из него сварим компотик. Ну вот и все. Все протерла. Вот такая получилась гладкая масса. Теперь добавляю в нее приправы. Это у меня корица. Смотрите, ложечка у меня буквально, наверное, даже меньше, чем половина чайной. Вот возьму буквально на кончике ложечки, чуть-чуть. Поскольку соус готовится для мяса, то вот таких приправ добавляйте немного. Лучше потом всегда добавить. Пол чайной ложечки паприки, прям вот с горкой, я ее люблю, пусть будет. И вот здесь у меня 100 грамм сахара. Я добавлю пока половину, поскольку слишком сладким соус не должен быть. Он должен быть кисло-сладким. Всегда проще добавить специи и приправы, чем испортить соус. Знаете? Я хотела добавить чеснок, но не уверена. Посмотрю, как будет соус на вкус, и потом уже решу. Поставлю теперь соус варить еще минут на 10. Здесь у меня варится компот и стерилизуются банки. Я попробовала соус на сахар. Мне, конечно, кисловато, поэтому добавила еще немножко сахара. Опять же, не весь. И я думаю, что нужно добавить совсем немножко соли, буквально щепотку на кончике ложечки. Совсем вот щепоточку. Вот тут у меня кипятятся крышки, а банки я поставила в микроволновку на стерилизацию. Как я уже сказала, я добавила сюда стакан воды, но мне кажется, соус густоват, поэтому добавлю еще буквально пару столовых ложечек воды. Все-таки это соус к мясу. И он еще немножко загустеет. Так, убавлю огонь, чтобы не пригорело. Все, варю минут 6-7. И все будет готово. Чеснок решила не добавлять. Ну вот и все. Все готово. Разливаю по стерильным баночкам. Сейчас посмотрим, сколько получится. Так вот не хотелось мне.
Надеялась, что будет чуть побольше. Ну, вот эту баночку наполню до краев. Вот эта банка у меня чуть больше, чем здесь, наверное, 300 миллилитров. А здесь две одинаковые баночки. Вот эту баночку мы съедим, когда она остынет. А эту я сейчас укутаю полотенцем и поставлю на хранение. Потом можно будет открыть в любое время. Вот и все дела. Из полкилограмма смородины получается пол-литровая банка. Вот видите, вот это не полная, это 300 грамм.